11 часов в Кирове, программа «Длинный разворот» в эфире. Владимир Сметанин. Яна Лапшина, добрый день. 2 часа сегодня будет занимать наш разворот. На 101.0 нас не только можно слышать. Трансляция этой передачи ведется также в нашем телеграм-канале, а также на сайте echokirova.ru. Так что, кому удобнее, заходите, пожалуйста. С 12 часов мы отправимся, я думаю, что сейчас в одно из самых красивых мест нашего города, где все цветет и пахнет. Это ботанический сад. Вот моя семья, за исключением меня, моя жена и дети, они как-то стараются ежегодно посещать это местечко и всегда в таком восторге приходят, с массой фотографий потом показывают, душа радуется. Что мы там будем делать сегодня? В ближайшие выходные там открывается юбилейный сезон, 110-й, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот та программа, которая будет здесь в День города, да, и та программа, которую запланировали на лето, об этом будут рассказывать наши гости. В общем, тема отчасти про красоту. Перекликается, да, с темой первого часа. Только мы в первом часе выйдем за пределы ботанического сада и будем говорить про красоту в городе. Обо всем остальном. Точнее, про некрасоту. Ну, как сказать, то, что мы видим на протяжении уже многих и многих лет, чего ж тут греха таить, когда ты попадаешь из относительного чистого места в городе в очень и очень грязное. Об этой проблеме на днях заявил и наш новый глава региона, пока еще который находится в статусе временно исполняющего обязанности, Александр Соколов. Я думаю, что все уже почитали, посмотрели и послушали слова, сказанные про «убранство» в кавычках нашего города. Ну, давай немножко процитируем, да, то, что сказал Киров в ужасающем состоянии с точки зрения грязи, вот это? Да, с точки зрения грязи. Можно было проще сказать, конечно. Киров в ужасающем состоянии с точки зрения грязи. Это как-то очень интеллигентно, да, мягко сказано, да. Есть хорошее русское слово. Одно. Да, да, да. И, собственно... Не, но эта ситуация, на самом деле, ведь она же привычная, наверное, с одной стороны. С другой стороны, наверное, не все с Александром Соколовым согласятся. Привычная для нас? Ну да, у нас глаз замылился, что называется. Лето, все зеленое, деревья распустились, травка выросла, все бумажки на газонах прикрыла, и слава богу. Неубранные закоулки, разрушенные тротуары или их отсутствие, и очень много грязи. Областной столицей нужно заниматься, тем более, когда на носу День города. А вскоре большой юбилей будет, он имеет 650-летие города. Через год. Поручил главе администрации хотя бы прибрать город к празднику, хотя бы. Есть у меня подозрение, что этим все и ограничится. Я вот честно хотя могу бы приберут, сказать, а потом, а после нас, как говорится, хоть трава не расти. Я могу тебе сказать, у меня вся эта история вызывает некое ощущение дежавю, с одной стороны, потому что каждый новый большой московский начальник, приезжающий в Киров, глядя на то, как мы здесь живем, говорит: «Боже, какой ужас, как вы здесь живете, немедленно приберитесь». Вот. Но есть еще одно заявление, которое тоже, кстати говоря, в некотором смысле продублировало то, что говорили и предыдущие приезжавшие сюда большие московские начальники. Люди у нас замечательные в Кировской области, у нас общественники, у нас активисты, у нас бизнес неравнодушный. Давайте с этими людьми плотно работать, создадим где-нибудь, например, в общественной палате некое, не знаю, там, объединение, собрание, что-то еще, какую-то структуру. И вот при помощи, значит, этих людей уж наконец-то мы наш город приведем в божеский вид. Я, честно говоря, не понимаю, почему тут стрелки были переведены на общественную палату и общественников. У нас же есть профильные органы, которым деньги платят. Которые деньги, которым деньги платят за то, что они, да. Анастасия Скурихина, руководитель проектов «Вятка без мусора» и «Экососеди», депутат ЗАГС-собрания Кировской области. Анастасия, привет. Добрый день. Да, и Анатолий Курбатов, сооснователь движения «Красивый Киров» и человек, который во многих-многих общественных проектах задействован. Толя, добрый день. Добрый день. Водонапорная башня в Слободском. Вот у меня уже давно предложение, уже много-много лет назад созревшее, раз городские службы не справляются с уборкой города как летом, так и зимой, давайте мы им не будем платить, давайте мы раздадим деньги простым жителям, которые из бюджета выделяются на содержание и уборку, и каждый из нас будет свою маленькую полянку будет прибирать. Да, летом будет брать метлы, грабли, да, и прибираться, а летом снегоуборочные лопаты, скребки, ломы и так далее. Как контролировать людей? Ну, вот. А вот сейчас как контролировать уборщиков городских, которые на профессиональной основе это занимаются? Штрафы. Ну, не знаю. В общем, грустно от всего этого.
конечно же, с одной стороны. Но с другой стороны, опять-таки, просыпается надежда на некие улучшения. Уж не знаю, да? стоит ли полагаться на ощущение, что мы сможем все-таки изменить все это в лучшую сторону или не сможем. Ну, не знаю, опять мы как-то вот... Мне кажется, что главная проблема, которая есть вот во всей этой ситуации и повторяется из раза в раз с каждым новым начальником, это то, что нет никакой системы и нет прописанного какого-то документа, может быть, даже, который... позволял бы все, что было сделано при предыдущем начальнике, сохранить и при последующих. То есть вот мы сегодня в особом мнении вспоминали Илью Шульгина, и я помню, что при Илье Шульгине работала же некая, не знаю, там, это, наверное, неофициальная все-таки, Анатолий, была структура, поправьте меня, да, то есть это был какой-то совет консультационный общественников, которые и главе администрации, и сотрудникам администрации некие там, не знаю, какие-то рекомендации давали. Ну, сейчас такая же есть и при Осипове. Вот этот общественно-культурный совет при администрации города, да? Это он. Где поднимаются темы, в том числе и благоустройство. Эффективно это было? Эффективный был механизм или нет? Ну, когда глава администрации увлечен и есть желание работать, то да, любые инструменты эффективны. Увлечен в хорошем смысле? Да, увлечен. Да? Ну, в смысле, если ему интересно это, если ему с общественниками интересно работать, если ему... Ну, не только с общественниками, вообще, если интересно работать. Так. Как часто вообще эта собирается структура? Она сейчас собирается? Ну, последний раз, наверное, на майских вроде собирались. Ну, Руслан Мамедов с нами будет. Анатолий, угу. Чуть-чуть поближе к микрофончику, угу. Просит звукорежиссер. На майских праздниках, где, видимо, обсуждалась в том числе и традиционная весенняя уборка, да? Ну, кюбелей города выбирали логотип и какие-то такие вещи стандарты, ну да. По благоустройству в том числе. А периодичность, с которой должна собираться эта комиссия, она существует? Она как вообще? Ну, примерно раз в месяц. Раз в месяц. Ну, иногда не получается. По-всякому бывает. Ну, то есть все-таки по остаточному принципу, да, такая необязательная и не строгая процедура этого сбора. Да. Прям, чтобы есть прям реальные какие-то итоги работы, ну, что вот пришли, люди собрались, что-то придумали, что-то сделали, что-то посоветовали, администрация сделала так, как советовали? Или это больше для... выпуска пара. Я думаю, что есть, но надо просто лучше этот вопрос задать Руслану Мамедову. Ну, мы зададим, мы спросим, конечно, да, мы подключиться. Нет, я по ощущениям просто, вот от того, что вы в свое время делали, когда был Илья Шульгин, что-то осталось вот от тех идей, которые там звучали, были, не знаю, там как-то запланированы? Ну, при Шульгине, конечно, было все гораздо эффективнее. Это когда он был? Да. Илья Вячеславович, напомню, практиковал в том числе и прогулки, и поездки, да, по городу. Ну, он приглашал активистов, не в том числе. В том плане, что, как вот сейчас снова в Рио практикуют, да, в плане там пиара, еще каких-то вещей, он именно хотел что-то исправить, и поэтому гулял, а не по причине, чтобы сделать пост в соцсетях. А вы думаете, что Александр Соколов ради пиара это все делает? Ну, не думаю. Есть такое подозрение? Это понятно просто. Как бы есть определенные методические вещи, которые он повторяет. То же самое делают все губернаторы, все в Рио, в других регионах. Приезжают, понятно. Начинают ругать. В общем, не обмануло меня предчувствие. Все-таки популизм. Это называется критика. Да? Если да, что-то крякает, как утка, и ходит, как утка, то это утка. Понятно. Настя? Анастасия, да, присоединяйтесь к нашей беседе. У вас какие ощущения, эмоции от этих заявлений, от того, что грязь кругом? Тоже поближе к микрофону, пожалуйста. Да. Начнем с того, что мне, конечно, посчастливилось лично с Соколовым иметь беседу. Как депутату? Да, даже не как депутату, как человеку, который возглавляет фракцию в единственном лице. Человек фракции. Да, вот. Соответственно, в этом разговоре я вам скажу сразу обратную связь, свои впечатления. Мне показалось, что человек, конечно, будет вовлечен в решение проблем. То есть популизм, на мой взгляд, может быть и присутствует, но в каком-то небольшом там процентном соотношении. Конечно, время покажет, то есть все время все расставит по своим местам, но чисто мое впечатление по сравнению там с предыдущими главами, с кем удавалось общаться, меня, например, поразил тот факт, что он все записывает, ну, то есть ход беседы, ну, на листок, да, на записывает листок. Там все тезисы, сам. Потом сам. Не помощники сам. Угу. Потом дает обратную связь, правильно ли я понял. И дальше, и прямо с этого же самого места раздает уже там, вот вы сделаете то, вы сделаете то. То есть, в принципе, сразу какой-то уже ход и какие-то действия происходят на тему озвученных проблем, например. Да? То есть то, что мы озвучивали, сразу же там на той же встрече уже был ряд поручений розданы при нас. Вот, поэтому, конечно, это, ну, то есть однозначно сказать,
очень сложно, но, ну, то есть стоит, да, будет дела делаться или нет. Но еще на результат надо посмотреть, потому что мало же раздать поручения, надо же еще контролировать, чтобы их выполнили. Да, но в целом впечатления вот такие. Вот. Что касается вообще вот этого заявления про грязь в городе, что нужно работать с общественниками, тут меня поразило следующее. Конечно, работать нужно с общественниками. Вообще-то мы там все 5 лет, да, там, что я, что Толя, что не Света, что руки. Другая угу. Света, да-да-да. То есть мы этим вопросом постоянно, как общественники, стучимся и давайте... Света Кикина, Света Занько, да. То есть стучимся там во все инстанции, давайте что-то делать. А, конечно, политической воли не хватало явно, чтобы с нами кто-то вообще взаимодействовал конструктивно и слышали нас. Угу. А, насчет Шульгина сказать не могу, потому что я там не состояла в этой рабочей группе, поэтому, к сожалению, ничего не могу сказать, но... Все координационные советы, которые были, скажем, при правительстве, там, при Минохраны окружающей среды и так далее, вот они как бы, ну, вот вообще просто вода водой и это слова на ветер, что называется. Это называется говорильня, Михаил Курашин, результата не позже. Было. Михаил Курашин к нам присоединяется, вице-спикер ЗАГС Собрания 5-го созыва, эксперт регионального ресурсного центра СОНКО, развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да. Михаил, у нас тут вот в самом начале программы все-таки возникло некое опасение, что вот эти заявления, которые делает в Рио Александр Соколов по поводу грязи в Кирове и там помощи общественников в том, чтобы город привести в порядок, и не только общественников, вообще активных горожан, это отчасти популизм и посоветовано политтехнологами. Вам как кажется? Ну, давайте, как бы, там, первый момент. То, что касается чистоты в городе, там, как бы, это сразу, там, неправдивая тема, правдивая, там, об этом не должен говорить губернатор, должен говорить губернатор. Да, проблема только в том, что каждый новый московский большой начальник говорит одними и теми же словами одно и то же, а результат мы видим, там, через, спустя сколько-то времени. Согласен. Вопрос заключается в том, что это было сказано в рамках совещания губернатора, это же не... на предвыборных встречах, да, то есть это было сказано в рамках совещания, соответственно, это вошло в протокол этого совещания, и, соответственно, на этой основе формируется поручение. Вопрос, как эти поручения будут выполнены, и, соответственно, каким образом там будет получена обратная связь губернатору от того, что эти поручения выполнены, да, потому что, на мой взгляд, он достаточно аргументированно с фотографиями показал, То, что в принципе, это как бы там мы с вами, как жители-то, знаем, что это у нас повсеместное явление. Вот. Но я там надеюсь и верю в то, что все-таки там от этой темы он не отойдет, тем более, что мы с вами понимаем, через 2 года у нас с вами там юбилей. Хотим мы этого или не хотим, как бы. Точнее, мы-то этого хотим, да, то есть это там должен быть действительно праздник, в первую очередь, для горожан. И, на мой взгляд, его предложение по поводу того, чтобы подключить общественников к этой работе, оно абсолютно правильно. Единственное, что я бы обозначил, наверное, момент, что все-таки общественники, НКО, это не бесплатная рабсила, да, там, которая должна заниматься субботниками и, там, не знаю, ходить и подбирать мусор. Там общественников нужно рассматривать в том числе и как представителей жителей, которые могут сформулировать свои предложения и свое видение о том, как этот праздник сделать более качественным, а самое главное, чтобы после этого праздника у нас там город остался действительно красивый, и на долгие-долгие года еще была большая память о том, что вот у нас был такой юбилей. Поэтому я там пока что не считаю это никаким таким пиар-заявлением, да, то есть тема-то, она же никуда не девается, да, там связана с чистотой в городе, и там можно было бы говорить о том, что там это пиар-тема, да, в чем пиар, в том, что в городе бардак, и новый губернатор на это обозначает внимание там главы администрации. На мой взгляд, там, это правильно, он это делает прямо в глаза этому человеку. И мы видели и второй путь, когда произошел пожар на подстанции.
Там собрал он того же главу администрации, представителей Кировэнергии, заставил их прямо там в камеру называть конкретные позиции и обеспечить исполнение этих... отвечать за свои слова, как говорится. Михаил, ну это же ручное управление получается. Это вот нормально, да, когда приходит новый человек, и еще, может быть, у него там система как-то не отстроена, да, четко работающая, и начинает самостоятельно этим всем заниматься. Вообще, это задача в Рио главы региона указывать на ямы, не знаю, там на дорогах или на двор на Московской 1, где тут же, кстати, бегут и все делают, а все остальные дворы. Ну, смотрите, да, то есть, как бы, опять же, я бы тут тоже разделил на две части, да, там, то, что режим ручного управления в нашем регионе необходим, там, он необходим. И, там, я думаю, что все помнят, что это было одно из первых заявлений... Игоря Васильева, да. Имеется в виду Александра Валентиновича. Так, хорошо. В том, что он переводит в ручной режим. Там, это процесс нормальный, да, то есть, потому что, опять же, если ты не меняешь всю команду сразу, то для того, чтобы контролировать работу старой команды, ты, собственно, переходишь в ручной режим. А делали губернатора ходить по улицам и проверять? Нет, не делал. Есть там множество других структур, в том числе министерств, в том числе центр управления регионом, но с точки зрения определения первоочередных задач, в том числе в плане городской инфраструктуры и погружения в тематику города и области, потому что ведь если внимательно следить за телеграм-каналом в Рио губернатора, это же он не всегда ходит один. Чаще всего он не один ходит. Он ходит с различными известными представителями, в том числе и там оппозиционных блоков, да, то есть он с ними разговаривает, он с ними общается, то есть он погружается в те там вопросы, в те проблемы, которые есть в регионе. Ну и параллельно с этим смотрит и городское хозяйство. В общем, вы ничего страшного не видите в том, что человек начинает с этого, да, с таких заявлений и с таких действий, с ручного управления. Ну, смотрите, да, там, мы с вами в прошлом губернаторе видели человека, который пришел там с революционными решениями, когда он заменил весь состав правительства там и глав министерства. Единомоментно, мы это помним, да, практически в течение недели. Да. Что после этого там начало происходить, там мы тоже с вами примерно понимаем, да, что и команда оказалась не очень удачна, и, собственно, проблематика-то никуда не девалась и слабо решалась. А, там новый в Рио губернатор предлагает новый подход, да, что там команда пока остается, вот, для того, чтобы оценить там качество ее работы. Ну а губернатор в данном случае в ручном режиме работают из команды и, помимо прочего, самостоятельно еще и погружаются в тематику. То есть мне, например, импонирует, что вот действительно подобных там прогулок у него достаточно много, и эти все прогулки без всяких там пафосов, показушничества и всего остального, то есть человек там ходит, сливаясь с остальными жителями города. Это, соответственно, дает возможность более, наверное, точно определять болевые точки. Михаил, а вам понятен вообще этот механизм, этот, как это должно работать? Со слов Соколова, общественная палата станет точкой сбора таких инициатив для того, чтобы сделать нашу область красивее и чище. Но как? Не знаю, поменяться местами. Колл-центр там будет, да, какой-то. Поменяться местами будет... общественной палате с департаментом городского хозяйства, не знаю, временно ОП переименовать в департамент городского хозяйства. И вот, честно говоря, я не понимаю этот механизм. Что с общественником-то делать после этих заявлений? Как действительно в дела-то конкретные превратить эти инициативы? Ну, смотрите, да, то есть там есть инструмент, который, в принципе, никто не отменял, и который только там приветствуется, это создание общественных советов, да, то есть, но здесь мы имеем риск того, что он может упереться в бюрократическую систему. Если в Рио губернатора
готов содействовать тому, чтобы там участие общественников в общественных советах, да, то есть было там продуктивным и преодолевало бюрократические барьеры, то как бы общественные советы могут зажить новой жизни. Здесь общественная палата, как координирующий орган для общественных советов, он, в принципе, свою миссию может выполнить. И предоставлять площадку для проведения собраний, например, еще? Нет, зачем? Это же общественные советы, которые существуют в том числе там при... Министерствах, ведомствах. А второй момент – это создание каких-то новых информационных каналов. Ну, в частности, там мы знаем, что у нас из таких формализованных есть центр управления регионом, который собирает всевозможные жалобы и обращения. Да, там у нас есть несколько пабликов. То есть если общественная палата сможет организовать мониторинг для того, чтобы предоставлять информацию и в город, и в РИО губернатора о том, какие там существуют, появляются проблемы, тоже как бы компонент. То есть без фильтров, да, которые там, как обычно, могут там использоваться, когда информация до первых лиц доходит уже отфильтрованную. Ну и третий момент. У нас много есть инициативных групп, которые беспокоят вопрос, связанный с благоустройством развития города. То есть создать некую отдельную площадку, возможно, приуроченную к юбилею города, да, где на этой площадке можно было бы, во-первых, объединять и формулировать предложения граждан, а во-вторых, представителей этой площадки вводить в оргкомитет, в региональный оргкомитет. По подготовке к юбилею? Понятно. Да. А когда дело до конкретной работы тогда идет? 2 года осталось до юбилея. Володь, ну, как бы вопрос, наверное, не совсем ко мне. Я к тому, чтобы поразмышлять. Задаем его. Да. Пока мы создаем совет, и время-то уйдет, и мы внезапно окажемся в ситуации, что месяц до 650-летия, а у нас по-прежнему грязный и не убран. Ну, я могу лишь сказать, что, в принципе, есть уже сейчас определенные договоренности с РИО губернатором о том, что в течение 2-3 недель произойдет встреча губернатора с лидерами некоммерческих и общественных организаций. Ага. Где, если вы так хотите, я могу попробовать задать этот вопрос. Понятно. Спасибо, Владимир. Ну, спасибо. Анастасия Скурихина присоединилась. Да, Михаил, микрофон. А можно уточнить, что за встреча и почему, например, мы, как представители общественных организаций, об этом не знаем? Ну, потому что, как бы, встреча пока еще находится только в стадии предварительных разговоров. Разработки. То есть нам сообщат. Во-вторых, вам, как представителю одной из инициативных общественных организаций, которая работает с темой благоустройства города, я думаю, что сообщат. В-третьих, вы, как депутат законодательного собрания, могли бы, как бы, тоже поучаствовать с точки зрения инициирования подобных встреч. Мы как раз-таки этим собираемся заняться, поэтому я и спрашиваю, если вы... Ну вот, как бы, тогда вопрос Володи, когда это все произойдет, я думаю, что, может быть, есть смысл переадресовать вам. Спасибо. Ну да, но все-таки да, предложение как-то скоординироваться, да, чтобы не с разных сторон. Чтобы не оказалось, что да, чтобы не оказалось так, что кто-то где-то не услышал про это. Классно, что в эфире мы про эту инициативу услышали. Да, Михаил, спасибо. Михаил Курашин с нами на связи был, вице-спикер ЗАГС собрания Кировской области 5-го созыва. Да. Мы к Анатолию я хотела обратиться, когда я сказала про двор на Московской 1, он как-то так отреагировал. Интересно, я знаю, что вы живете там недалеко. Ну, я что могу сказать про двор на Московской 1? Это первый был объект, да, на который я обратил внимание. Очень замечательно появилась инициатива губернатора, что двор разбит, потому что я... Нет, прекрасно... инициатива не в том, что он разбит, а инициатива в том, чтобы его благоустроить. Да, просто собрание жителей по благоустройству этого дома прошли еще в 2020 году, была большая переписка с капремонтом, были передвинуты сроки капремонта, были найдены деньги, было несколько встреч с администрацией, и в этом году у них так и так был запланирован ремонт, который был решен еще в декабре месяце. Тут вопрос, как бы, или он случайно там прошелся, или он знал, что в этом году будет до выборов там проведен ремонт и обратил на это внимание.
В общем, такое совпадение. А может, и не совпадение вовсе получилось. Слушайте, вот если мы каждого... Так они в рамках капремонта все-таки, да, делают? Да, да, да. У них глава США или главного дома Альгис Червинкас. Понятно. И он 2 года потратил жизни. Да, в общем, выбивали люди. Там были куча собраний, были и с капремонтом встречи, были и с теруправлением, и с администрацией. То есть все эти вещи, они были пройдены и жильцами совсем. Понятно. То есть подозрение, что не просто так там оказался Александр Соколов в этом дворе. Вполне, вполне возможно. Но в течение лета там, да, все эти будут работать? Да, сроком был этот год. Угу. Ну, я, кстати, вот должна сказать, чтобы не обижались, наверное, за эти подозрения чиновники на горожан, потому что, ну, вот, извините, там, да, это называется зачетка работает плохо на представителей власти, потому что многие из них как-то не самым хорошим образом, может быть, себя ведут. Анатолий, да? Еще вопрос. Красивым Кировым ведь давно уже, много лет назад, был создан механизм подачи заявлений, да, в городскую администрацию с указанием на проблемные места. Там, раскопки, дворы, тротуары. Этот механизм работает? Давайте напомним про него. Он работает отлично, но последние полгода, год мы пользуемся приложением от госуслугов «Решаем вместе». И только за этот год уже получается, наверное, больше 300 проблем решено в городе. То есть целые улицы убраны, баннеры лишние, заборы лишние убраны, знаки нужны. Очень много подремонтировано тротуаров. Сейчас активно меняют съезды, уменьшают съезды с бордюра, с тротуара на дорогу. Высоту. Да. Дрочкова Артем, это глава транспортного отдела города Кирова, дан список всех основ со всеми их недостатками, и, соответственно, он их прорабатывает, уже начал работать по всем, там работа ведется без всяких каких-то заявлений, без собраний, без общественных советов. Давайте напомним простым слушателям, и нам тоже заодно напомним, как воспользоваться этим сервисом. Просто заходите, какой у вас телефон на Андроиде или на iOS, да, вводите приложение «Решаем вместе», ищите. Это госуслуги, официальное приложение правительства Российской Федерации. И там уже, когда вы гуляете по городу, видите какую-то проблему, просто открываете приложение, наводите камеру, она автоматически подтягивает адрес и своими словами просто пишете. Там проходит небольшая премодерация, занимает примерно час, потому что как раз вот модераторы рассматривают, кому именно надо это отправить. И отправляется, часто бывает не только тем, кто должен решить проблему, но и надзорному органу в виде прокуратуры, и сразу идет дубль письма. И тебя прямо в этом же приложении сразу уведомляют, какие решения приняты, когда будет сделано. И плюс это все же по федеральному закону, получается, регулируемо, и это все исполняется. То есть очень эффективный инструмент. Там существует срок, видимо, 30 дней, да? На ответ, получается, что все вот это общение через приложение с чиновниками, она проходит на официальных площадках с документами совсем, и, соответственно, выполняется всегда. Все ходы записаны. Да. Решаем вместе. Давайте запомним название. Решаем Руслан вместе. Мамедов к нам присоединяется, председатель общественно-культурного совета при администрации города. Руслан, добрый день. Алло. Да-да. Да, Руслан, здравствуйте. Скажите, как вы расцениваете вот эти вот заявления, которые сейчас делаются по поводу грязи в городе, не знаю, там, неработающих властей городских, может быть, не исполняющих свои обязанности как следует, и привлечение общественников, возможного, к решению? Потому что общественники, как выясняется, то они никуда не уходили, они, в общем, продолжают работать. Куда еще привлекать-то? Да, здравствуйте, Анна, здравствуйте, все радиослушатели. Ну, во-первых, я как филолог по образованию, мне очень нравятся правильные, хорошо закодированные, классные такие слова, выстроенные в конструкции словесной. Какие? В этом смысле мне очень нравятся эти заявления. Давайте делать город лучше, там и так далее. С точки зрения вот этого призыва, да, этого лозунга, он очень позитивный, конечно. Ну, потому что, во-первых, есть проблемы, объективно, конечно, есть проблемы, мало того, они были всегда. Наш Киров никогда не отличался, так сказать, какой-то там чистотой, будем говорить, или ухоженностью. Когда хотят взятку его переименовать, там, допустим, да, вот, наверное, думают, что он моментально как-то станет. Вот он немножко такой обшарпанный Киров, а будет такая неухоженная Вятка, понимаете? Ничего не изменится. Люди, так. Да, такие люди, даже такие люди есть. Потому что Киров это мужское, да, название там, Вятка это женское. Вот мы видим таких людей, они ходят немножко неухоженные. Одинокий мужичок за 50 неухоженный, знаете, песня такая есть. Вот. Поэтому призыв это очень хорошо. Да. Но мы же сегодня о чем говорим? Мы сегодня говорим, а почему это не происходит вот сегодня?
почему этого не происходит? Вот что люди не понимают, там, допустим, глава города, конечно, понимает. Что-то делается, ну, давайте объективно скажем, делается. Ну, вот сейчас мостятся улицы, в частности, там, улица Ленина и улица Карла Маркса. Угу. Это положительно, не правда ли? Это, конечно, само по себе, конечно, странно. Ну, в 22-м году, там, 21 века, да, мы там, наконец, начали мостить улицы. Там, некоторые улицы веками стоят, там, рядом в этих же городах наших, так, и так далее. Мы, наконец, начали брусчаткой. У нас есть заводы, которые делают брусчатку. Угу. Но так или иначе, что-то делается с этой грязью, что как-то работает. Обшарпанные фасады домов, это, конечно, боль колоссальная, но смотрите, в чем происходит ситуация. Можно, конечно, там на Дмитрия Валерьевича Осипова много чего повесить, но на самом-то деле все фасады домов это являются прерогативой собственников. У каждого дома есть собственники. Я не знаю, говорили вы сегодня в беседе или нет об этом. Да, и должен быть капремонт. Должен быть капремонт в домах. Да, а капремонт, ну, фасадов, вот, давайте ответим. Это региональный оператор. Это оператор областного правительства. Это не муниципальный сегмент, понимаете? О. И тут тоже возникает вопрос, знаете, Дмитрий Осипов сам не пойдет, не возьмет там валик и краску, потому что он должен откуда-то это все приобрести на какие-то деньги. Это все такая сложная машина. Я скорее, наверное, буду говорить о том, что наше вот несовершенство устройства вот этого всего, может оно в России в целом такое, может у нас, но где-то на среднем звене вот эти задачи, которые ставятся в том числе и муниципальной властью, они теряются на уровнях управляек. Мы с вами уже один раз были в студии с моими партнерами, управляющей компанией «Апрель». Да, но мы видим, что это, вот, знаете, есть родивая управляющая. Ну, понятно, что управляющие компании есть разные. Есть ответственные и есть безответственные. Там, да, или так те, вот, кому кажется, не хочется работать. Вот эта притча во языцах, да. Нерадивая управляющая компания, она, кстати, во многом очень тормозит вот этот вот процесс вот этих вот лозунгов. Да? Руслан, сказал, у меня... Глава региона, да. Розунг, да? Да, я прошу прощения, у меня к вам просьба. У нас сейчас реклама должна быть по регламенту. Можете не отключаться сейчас? Полминутки буквально. Я не отключусь. Все никогда. Хорошо, сейчас вернемся на рекламу, убегаем и вернемся. Продолжается программа «Дневной разворот». Анастасия Скурихина, Анатолий Курбатов у нас в студии. Руслан Мамедов, председатель общественного культурного совета при администрации города, на телефонной связи. Руслан, еще раз добрый день, приветствуем. Здравствуйте, услышал, что в студии. Да, ничего, ничего. Пусть для вас будет одна Анна Лапшина в студии, это не так важно. Привет от меня, низкий поклон и большое уважение, ребят. Здесь еще Анатолий Курбатов и Анастасия Скурихина с нами. Руслан, мне кажется, мы сейчас немножко занялись такой штукой, как перекладывание ответственности на чужие плечи. Управляющие компании, радивые, нерадивые, региональный оператор капитального ремонта. Вы знаете, мне кажется, в этих спорах, кто прав, а кто виноват, мы можем просто-напросто увязнуть. И до конкретного дела абсолютно руки не дойдут. Мне кажется, сейчас важнее намного понимать, что нам сейчас сделать, как город-то действительно прибрать и сделать его чище. Я должен с вами согласиться. Потому что, несмотря на то, что мы так подробно разобрали все эти инстанции, действительно, они по большому счету как болото и затягивают все самые приятные лозунги, самые, так сказать, идеи какие-то хорошие. И вот мы, в частности, скажем так, на полях общественного культурного совета, я могу честно вам сказать, так, в общем-то, и не вышли на ту эффективность, на которую, в общем, мы и рассчитывали. Как-то странно, мы изначально не хотели ничего забалтывать, хотели что-то решать, а 70%, к сожалению, поиск решения всего лишь, понимаете, 70%. И все остальное воплощается крайне тяжело и долго. Защищая администрацию города, я тоже в тот же момент признаю. Я признаю то, что это люди, встроенные в некую такую систему и в некую такую динамику, которая позволяет, ну, будем так говорить, быть немножко нерасторопными, быть немножко такими рефлексирующими. Вроде бы как бы и не делать там ничего совсем плохого, да? Но ведь, а хорошее-то тоже нужно делать, и чтобы люди замечали. И вот на самом деле, в том числе и призыв переложить это все на плечи общественников, это тоже своего рода перекладывание, говорить, ответственности. Хорошо, что есть такие люди, там, как Анастасия, там, Анатолий, я. И вот мы решили на примере парка «Аполло» сделать кейс. Именно готовый кейс, вот уже он 2,5 года работает, где, кстати, никому не удалось ни на кого ничего переложить. Ребят, внимание, и радиослушатели. То есть попытки... Значит, администрации, муниципалитета каким-то образом, ну, будем так говорить, облегчить свой вклад в эту площадку, не увенчались успехом. То есть мы четко объяснили, да, четко нашли где-то при помощи средств массовой информации, все-таки резонанс – это дело важное, и вам тут тоже большое спасибо. Затем конкретный путь мы нашли партнера в лице «Мувводоканал», кто финансирует там очень большую часть, скажем так, хозяйственной жизни парка. Потому что парк – это не только концерты, там,
граффити, качели, карусели и красота, это в том числе ежедневная приборка. Нам удалось впервые на территории парка, и сейчас я закончу, извините, что я говорю долго, сделать очень важный ход. Этот ход является вообще ключом, честно вам скажу, ключом всему, что происходит на Вязаной Навязке, а может быть даже и в целом в России. Мы отказались полностью от аутсорсинга, а сделали там практически круглосуточное пребывание неких смотрителей парка. Знаете, раньше было такое, смотрители, администраторы парка. И вот люди там делают это все перманентно, непрерывно и постоянно. То есть постоянно рукоприложение чувствуют. И даже некоторые злые языки, например, говорят такую фразу. А что там ходит Руслан Мамедов, распоряжается как хозяин? А если перевернуть эту фразу и подумать вглубь? Вот любой человек на своей площадке, там, на своей даче, где-то он ходит как хозяин. То есть у него такая мощная сопричастность к этой территории, что, безусловно, если ты хозяин территории, то ты к ней относишься гораздо более ответственно, чем это ничья территория. Или ты, например, временщик, который приехал, или у тебя нет вот этого побуждения именно ходить буквально там, вылизывать каждый угол. Я считаю, что наоборот, таких людей, допустим, как вот команда наша и прочие дела, нужно поощрять. Не шельмовать их, не перекодировать, да, их там, и не говорить там, как хозяин распоряжается, чем мы можем распорядиться, мы же там не построим 9-этажку в центре города. Вот в этом смысле тоже должна, знаете, быть какая-то зрелость, зрелость политическая, а в основе этой политической зрелости и фраз вот этих лежит, ребята, одна вещь – культура. Культура. Если человек культурный, если он насмотренный, если он везде ездил, если он до 50 лет прожил, будучи еще и по пирамиде Маслову, иногда в такой ситуации, когда личное он убирал ради общественного, если он научился, если он развился, если он не невежен, может закончить 3 академии, понимаете, uh-huh. может 100-500 раз ездить в Сколково, я не знаю, там, закончить президентский призыв. Кстати, о чем сказать? Руслан, я прошу прощения, очень мало времени Анастасия, у нас. Анастасия, реплика небольшая, да, пожалуйста. Да, я просто хочу сказать, что вот, в принципе, то, что говорит Руслан, у нас все общественники могут взахлеб про свои инициативы рассказывать. Я тоже так думаю, что любой человек может рассказать это. И обязательно давным-давно пора уже услышать нашу обратную связь о том, что мы 5 лет, там, 6 лет нарабатываем, 10 лет, кто сколько. Единственное, что моя реплика о том, что общественная палата, на мой взгляд, совершенно неподходящая для этого история. То есть должна быть совершенно другая. У меня есть предложение, просто раз коротко, времени нет, соответственно. Да пожалуйста, озвучивайте, как мы разойдемся, не озвучив предложение. Мы для этого здесь и собрались. А я полностью согласен с Русланом. Привет. Да я с ним тоже согласна, я просто хочу добавить, что вот такие предложения, я могу там тоже взахлёб рассказывать про то, как эко-соседи должны работать и могут работать, как вовлекать людей в эту историю, да, в каждом дворе люди, у нас уже выработан механизм. Должна быть действительно структура отдельно совершенно, которая бы, как вот тот самый фонд капремонта, но это должна быть не та история, куда деньги люди несут, а наоборот, где областной бюджет, заведуя этой истории, да, наполняя деньгами и дальше уже эффективно. Слушайте, а ведь было же какое-то предложение, по-моему, в каких-то регионах это даже структура есть. Я не помню только, как она точно называется. Светлана Занько тогда вот все ходила. Ну да, там фонд устойчивого развития или что-то в этом роде. Что-то да, типа фонда. Откуда можно финансировать различные общественные инициативы? Да, да, и финансировать общественные инициативы, слышать все эти истории и делать это все в согласовании с исполнительной властью. Понятно. Да, во власть надо непременно вовлекать, потому что это моя обязанность. Я готов вообще на любой площадке рассматривать. Не могу комментировать, значит, нашу общественную палату. Сколько раз я не пытался перезагрузить свои отношения. Нет, не получилось. Но всегда оно останавливалось на дружбе с просто отдельными членами этой палаты. Я с ним хорошо отношусь, а пока не вполне понимаешь. Люди эффективные есть, но не получается пока выстроить работу организации. Я вполне понимаю это. Но я готов, вот, например, с Анатолием, с Анастасией, там, если нас призовут и нас оценят. Вы готовы? Конечно, мы готовы в любом случае делиться вот этими своими наработками. И у ребят наработки, у нас наработки. Мы готовы брать просто объекты и все, показывать, что можно. Все готовы. Надо заметить этих людей. Да, Руслан. Вот эти 4 губернатора, которые лидеры России, они вот сейчас как под копирку одинаково действуют. Все понятно, конечно. Да, Руслан, спасибо большое. У нас просто вот еще есть желание Светлану Кекину набрать 30 скверов. Поэтому Руслану, председателю Мамедову, председателю общественно-культурного совета при администрации города,
города. Спасибо, мы Руслана отключаем. Сейчас попробуем быстренько Светлану набрать. Светлана, да, вернее, пока Светлану набираем. Анастасия, лето наступило, какие-то вот анонс ближайших проектов. Вы-то что в плане будете делать? Слушайте, благоустройство мы... и так далее, как вот это... хотя бы в общих чертах. Из серии, когда был международный, наш региональный фестиваль зеленый, я еще тогда посмеялась, что мы, говорю, каждый день фестивалем. То есть у нас там каждый день по 300, по 500 человек проходит через экоцентры, мы там их обучаем и все делаем. У нас ежедневно работает экоцентр, и мы ежедневно работаем с экососедями, 40 дворов у нас. То есть у нас нет каких-то вау галактических там, мероприятий, просто в ежедневном режиме. Текущая строго работа. Запланировано. Да. Напоминайте, где, куда могут прийти работает, люди. Работает, да, с 11 до 19 по адресу Молодой Гвардии 14В. Молодой Гвардии 14В. Угу. Это в районе... Казанской Молодой Гвардии. Да-да-да, в районе, хотела сказать, УВД областного. Да, не очень далеко. Да. Светлана Кекина к нам присоединяется, руководитель проекта в 30 скверов Кирова. Светлана, здравствуй. Здравствуйте. Добрый да, день. Вот эти вот заявления, которые были сделаны, мы сегодня обсуждаем Александром Соколовым по поводу привлечения общественников грязи в городе и вот возможности при помощи общественников. Звучит как-то уже этот вопрос решить. Да. Насколько, с вашей точки зрения, вот это вот заявление, может быть, сдвинет ситуацию в лучшую сторону? Давайте вспомним... А дворовые территории собственники прибирают, а фирмы выходят и прибирают территорию около себя, компании, там, градообразующие, вокруг себя прибираются. Социально ответственный бизнес, они выходят в пустыри, в парки и там прибирают. А мы берем, вот общественники, да, 30 скверов, мы взяли на себя пустыри, которые теруправления не могут взять на себя, содержать, мы их прибираем. А что еще нужно? То есть о чем это заявление? Да, мы это делаем, но нам всегда нужно согласовать все с администрацией, все с там теруправлением, заказать, чтобы вывезли этот мусор. И бесконечно это делать, снимать культурный слой, который, ну, теруправление позволили, чтобы вокруг, там, вдоль малых рек образовались вот такие свалки. И если они не возьмутся за это, то, ну, наши общественные усилия, они, ну, со временем просто иссякнут. Запал пропадет, вот. Да? Запал пропадет, да, то есть из года в год прибирать одно и то же место, доставать там новые и новые покрышки, это становится вот, сложнее. Вот у меня просто Анастасия, сразу, да, комментарий и реплика о том, что ведь это вопрос как раз-таки следствия, я уже сколько раз об этом говорю и на пленарном заседании, что когда мы говорим про мусор, свалки там не санкционируют и так далее, это следствие поведения людей. А когда у нас не ведется эко-просвещение с людьми, там не говорится с детского сада, что ай-яй, так нельзя. Да не только эко, вообще просвещение. Да, в этом отношении. Ну, понятно, но о чем мы хотим? Там, ну, любовь, то есть города, поведение людей, ну, вот, ну, как чего. Бы на уровне такого сознания. Его нужно просто менять. И как раз менять с помощью... Светлана, да. Да, Настя права. У меня еще мысль была о том, что почему покрышки из года в год вылавливаем в прудах, а их просто сдавать... Это как с батарейками, за свои деньги куда-то везти, как с крупногабаритным мусором. Почему у нас все леса заполнены кинескопами и холодильниками? Потому что, а куда их везти? То есть за мой счет я должна вывести холодильник. Ну, с одной стороны, да, но вот этой культуры у нас пока нет. Понятно. А как ее наладить? Может быть, сделать какие-то льготные дни или там сборомобиль можно будет проезжать и собирать еще это. Светлана, есть потребность в каком-то объединении общественников, тех людей активных, которые занимаются сейчас проектами благоустройства в сфере экологии, культуры, еще чего-то, вот в неком таком объединении, или и так достаточно возможностей для контакта и для контакта с властями в том числе? В общем-то, мы же все контактируем между собой, и последний вот марафон зеленых дел показал, что Министерство экологии вместе с активистами, вместе с Вяткой без мусора, все вместе собрались и сделали, очистили. Вот до конца вычистить культурный слой, ну, я не знаю, сколько нужно усилий. Но, то есть, мы все время объединены, мы общаемся между собой. А что еще нужно? Может быть, на законодательном уровне что-то решать?
больше внимания чиновников к вам. Нет? Да. Больше помощи. Что они могут сделать? То есть каждый год, например, теруправления звонят и говорят, а вот где будете прибираться? Отлично! Мы поставим план. Отлично, мы поставим план работы. С ума сойти. Мы поставим план, чтобы вы знали, что вы там прибираетесь. Понятно. Ну вот мы вычистили, там снова это зарастает. Если нет активности в этом сквере, если там нет благоустройства в этом сквере, если там нет хозяина, который будет это содержать место, то так все дальше будет зарастать. То есть здесь должна быть структура, которая, ну, например, парками, да, занимается, которая их содержит, развивает. И у скверов должны быть тоже операторы. Вот. Да, Светлана, спасибо. К сожалению, время у нас разговора заканчивается. Светлана Кекина, руководитель проекта «30 скверов». Благодарим наших гостей. Знаете, вот сейчас сказала, да, Светлана, про это мы вас ставим в план, звонят из администрации. Мне бы очень не хотелось, чтобы в ближайшее время вот вся эта движуха вокруг благоустройства и общественников... Вот в общем, это превратилось, нет, да? В общем, чтобы слово «общественники» у нас постепенно ни в коем случае не трансформировалось в «волонтеры». Или в добровольцы, да, которые работают задарма, которым что-то вот там сказали, и все. Спасибо нашим гостям. Анатолий Курбатов, Анастасия Скурихина. Мы с Владимиром убегаем. Через 20 минут вернемся с другой темой.